В области планируют развивать экспортный потенциал и в других сферах. Сегодня это главная тема на специализированном форуме, посвященном освоению внешнего рынка. К обсуждениям о достижениях и перспективах подключились ведущие эксперты, главы крупнейших корпораций и спикеры из Казахстана, Германии, Сербии и Арабских Эмиратов. Отмечу, регион уже закрепил за собой статус надежного поставщика сырья и готовой продукции. Удерживать позиции позволяет поддержка предпринимательства. Кроме того, в нашем регионе хорошая логистика. Отмечу, среди ключевых экспортных направлений химическая и нефтегазовая отрасли. На международном рынке востребована древесина, оборудование и продукция АПК. Например, глютен отправляют в Турцию и США. А в странах СНГ спросом пользуются быстровозводимые конструкции, которые производят в нашей области. Благодаря надежному партнерству и устойчивому положению за 10 лет экономика Тюменской области выросла в 2 раза. Сейчас регион готов осваивать новые направления и наращивать объемы. В планах, которые обсуждаются сегодня на форуме, развитие сервисных услуг, расширение поставок сельхозпродукции и промышленных товаров, отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Вот эта оперативность и изменения в рынке, которые подтолкнули весь мир одномоментно к онлайну, они привели к определенным результатам, которые, если говорить по результатам, то прошлый год у нас был 161 экспортер, который был на сопровождении нашего центра, а в этом году мы заканчиваем 181, и это может быть еще не последние результаты.